Так, всем привет. В общем, эта запись будет, наверное, коротенькая. Ну, покороче основных. Так, я смотрю, тут зомби у нас развернулись, поэтому так-так, посмотрим, что можно сделать. Ну, и полетели от Седова. Знаете, что я сейчас? 5, да? Я сейчас заберу спальник. А нехер ему тут оставаться. Он мне там пригодится. Заезжаем по пути в Гамбург. Лучше сделать вот так. Да, я уперся в край карты. А где он? А, вот он. Зря я отклонился от маршрута. Так, где же? Да, мне нужно вот туда вот взлетать.
тем не летаем. Как-то большая, летать нельзя. Эх, хорошо, хоть не убились. Нет тут ни хрена.
Ну, в общем-то, вот и все. Здесь. Ой, блин. Беда. Настоящая беда. С этим противогазом. Конец, я думаю, на военном самолете полетаем. Сюда под мост. Так, всяких изолент сюда набрать, блин, кстати, можно было бы выстроить вообще подъем наверх прямой. Такое. Она у меня на глазах дропнулась. Это дело надо забрать. Так, сейчас я захожу наверх. Пистолет. На разборку. Так. Хом переставить. Так, у меня есть провод, я его сюда скидываю. Так, это сюда. Значит, так. Клея у меня нет, ниток нет. Ой. Металлолом очень нужен стране. Производство хороших ракет. Так. Ракеты хорошие, это хорошо, но надо металлолом. Металлолом. Наушники, это хорошо. Создание.
Так, патоки от Авенджера. Я их так буду складировать, постольку, чтобы было. Сюда. Так, и всяких ломовник. Даже не знаю. Брик-то куда скидывать? Она сюда. Все, пойдем начнем с еды. Просто зайдем вон туда, запрыгнем там. Вот мне очень выпадет с ящиков. По тихой грусти. Так. Да я все, что можно, здесь уже залутал, ё-моё. За леса и за гор я нашел в пожарке топор. Еще один топор. Так, топор. Ебать! Ёбана в рот! Как же хорошо, как же это замечательно, как же это, блин, прекрасно найти противоречие. Глушитель, оу, катана, оу. Так, я нашел наконец-таки противогаз. Это замечательно просто. Это, блин, вы не представляете, насколько это, блин, замечательно. Найти этот чертовый противогаз. Если кто смотрел вот это, то все. Это же столько времени. Вот это вот я шатался, искал. Мучился, в конце концов. Ой, блин, а пистолет тоже разобрать. Чертям собачьим. Так, сейчас я зайду. Куда я зайду? На вторую. А, сейчас здесь полутаемся. Угу, тут, может быть, у нас лейтенантская форма. Ладно.
А вы думали, это как простой, что ли? Ой. Так, тебе главное случайно не разобрать эту фигню. Так, еще дальше идем. Есть что у нас? Кнайф. Жус корн кнайф. Бутл. Паяльная лампа. У меня прям запас паяльных ламп теперь. Десерт фалкон. Так. Погнали туда. Там у нас... Ничего такого, здесь у нас тоже. Интересно, есть? Нет, ничего. Скутера. Скутер. Неинтересно. Мы забиты под завязку. Я еще хотел что-то полутать, блин. Как же полутал бы. Один, один, два. Один бинокулярус разобрать. Хожу всякую мелочь, блин. Лутаю. Толку-то с этого. Так, сейчас пойдем. Зайдем, посмотрим. Так, быстренько мне нужно что-то полезное. В общем-то. Угу. Так. Дезерт Фалкон, магазин. Давай-ка вот это Авенджер нахер выкинем магазин. Так. Сейчас, может, колесо найдем. Сейчас с одной стороны пробежаться быстро хочется, с другой стороны так шум не хочу поднимать лишний. Поднял. Колесо. Угу. Mm-hmm.
Так, теперь. Надо вспомнить, в какую машину там мне надо. Все, я полон. В какой машине я колесо-то понесу? Выступался, блин, авторемонтником. Автокремонтником, блядь. Без модов тут никак. Главное, что я нашел противогаз. Сейчас я собираю все вещи и метаюсь туда. Вообще. Делаем там первую ходку разведкой. Так, джип. Джип, ладно. Херню обойдем. О, полицейская машина, по-моему, да? Там двух передних колес не хватает. Вроде бы. Ну, это не страшно. Починим. А тут больше колес не хватает. Проще было бы ее взорвать. В случае второй маски не заспавнилось. Было бы шикарно. Потому что в таком... Он не звонит. Так, ну, с этой записью у меня заканчивается. Ой, сейчас разгрузиться надо. Там на месте надо будет, сука, быть предельно осторожным. Настолько предельно, что пиздец. Ладно, ну, пожалуй, на этом я прекращаю говорить. Дальше я буду молча херачить. Всем спасибо всем. Смотрите дальше, если интересно.
Mm-hmm.